неделю включено большое количество мероприятий, которые направлены на разъяснение населению, что такое нацпроект образования и по приоритетным направлениям, которые в рамках нацпроекта заходят. Вот сегодня мы с вами находимся на мероприятии, которое проводим в рамках нацпроекта «Поддержка семей, имеющих детей». Данный нацпроект подразумевает оказание консультационной помощи семьям, имеющих детей, а также семьям, которые готовы взять на опеку детей, которые будут дальше воспитываться в семье. Поэтому очень важно своевременно оказывать семьям медико-психолого-педагогическую помощь.